Всем привет, друзья, с вами Неломоб. Сегодня мы записываем челлендж 24 часа в гробу. Что это значит? Мы пытаемся достать из гроба бабушку Сьюзи, туда погрузить нашу родную Сьюзечку любимую и положить туда немножко ей продуктов и самые необходимые вещи. Про этот челлендж мне написал один из моих подписчиков, и поэтому мы сейчас это пытаемся выполнить. Честно говоря, записывать пытаюсь уже не первый раз, потому что игра начала меня подводить, она вылетает. Ну, вы знаете, что альфы обычно не сильно такие доработанные игры, и поэтому бывают такие случаи, когда просто-напросто альфа вылетает. И приходится записывать заново, но ничего страшного. Попробуем сейчас в очередной раз сделать то, что я уже пытался делать перед этим. На самом начале нам нужно сделать что? Нужно отключить ему отопление, чтобы мы смогли... Включил отопление, стрелочка пошла туда. Теперь у него холодно в доме. А если у него холодно в доме, мы можем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мне нужно теперь как-то его надурачить. Обдурачить, чтобы он за мной не гнался. Убегаем, 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 убегаем. На второй этаж. И забрать колокольчик мне нужно. Колокольчик мы забрали, успешно забрали. Тут закрыто. Тут закрыто. Я не знаю, где сосед, но я пока что делаю свое дело. Мне нужно сюда повесить колокольчик, получить лопату и раскопать могилку. Ой! Ой! А-а-а! Он проломал двери прямо! Куда он побежал? Вот он! Словил меня сосед. Надо же! Как он так меня словил? Я даже себе не могу представить. Но, тем не менее, мы уже одно полдела сделали. Теперь нам нужно найти Сьюзечку. Сьюзи. Вот она. Сьюзи, забираем Сьюзи. Тут закрыто. А, он же двери одни сломал. Почему они снова закрыты? Опа, Опа, вот. Достаем бабушку. Крышку убираем. Бабушку достаем. Бабушку оставим на охрану. На охрану, вот сюда куда-нибудь. Тут она, пускай... Ой-ой-ой, бабушка. Ну, там охраняет, в общем. А саму Сьюзи мы попытаемся положить сейчас в кроватку. Ну, как в кроватку? В гроб. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Поближе. Поближе. Не получается. Присядем. И положим. Опа, все. Положим. Не положим. Положим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как-то ее постоянно колбасит. Можешь ее так положить хитро. Она вечно как-то не так, как надо, приземляется. Она не хочет падать. Сьюзи, что происходит? Почему ты не хочешь падать? 24 часа в гробу, но стоя. Будешь так стоять, что ли? Ну, стой. Ладно, теперь нам нужно найти каких-то продуктов. Потому что вы знаете, что это очень долгий процесс. 24 часа просидеть в гробу. Ого, ну, туда яблоки. Продуктов набросаем, конечно. Продуктов. И вы помните... А, молоко, а, суши. Вот есть какие-то макароны китайские, помидорчики. Тарелка не нужна, в принципе. Вот это все тоже ей пригодится там. Мы туда сейчас ей все положим туда, туда, туда. Кушать будет Сьюзечка. Так, теперь. Что тут еще такого полезного есть? Чайники не нужен, хлеб не нужен. Радио, возможно, она захочет музыку послушать. А еще нам нужно фонарик ей туда положить. Фонарик у меня был вот тут возле дома, чтобы она смогла себе подсветить там вдруг, если что. Вот. Сейчас мы это все положим. Вот сюда. Бежим с фонаричком. Сьюзи, ты что вылазишь из гроба? Не вылазь. Ну, в принципе, ребята, челлендж на этом можно считать законченным. И я надеюсь, что сейчас у меня игра не вылетит, и я смогу еще немножко тут что-нибудь поиграть. Но, в принципе, мы челлендж закончили. Вот. Но Сьюзи надо попытаться все-таки положить лежа. Вот. Видите, она даже туда не пускает. Там какой-то глюк. Какой-то баг. Баг. Не ложится она. Не хочет она лежа. Хочет Сьюзи с нами сотрудничать. Ну, будет стоять.
Но она должна у меня получилась была, когда она у меня лягла. Но сейчас она не хочет по непонятной мне причине просто ложиться. Оп. Ну, надо залезть сюда. Но если я сейчас положу, ну, вообще тут забагуется все по-черному. Надо как-то ее так вот хитренько положить. Где сосед, кто знает? Я не знаю, где он подевался. Мы пытаемся ее сейчас все-таки сюда уложить. Ну, будет стоя. Ладно. Я хотел еще попробовать ее накрыть, но, наверное, у нас не получится ее накрыть, потому что она не хочет ложиться. Поэтому вот так вот, как-то вот так. 24 часа не хочешь ты там спать по-хорошему. Так, пробуем еще ее так бросить. Не, бросать тут тоже не получится, потому что тут мало места. Оно тут сразу где-то застрет в текстурах, и получается игра страшно начинает лагать. В общем, все, ребята. Она в гробу. Смотрите, она в гробу. Все в порядке. С ней все в порядке. Но можем мне туда бабушку еще добавить. Мы там вдвоем с бабушкой сидели в гробу. Так. Не получается, не получается. Видите, как ее колбасит? Как сумасшедший. Так. О! 24 часа в гробу с бабушкой. Теперь вот так. Ну, зато у них там есть еда и провизия. То есть они там вполне себе развлекутся нормально. Так, сосед, ты где? На этом мы, пожалуй, и закончим видеоролик. А если вы хотите какой-нибудь еще только интересный челлендж или какую-то интересную, знаете, детскую игру, то вы про это пишите мне в комментариях, и я постараюсь в нее поиграть, если получится. Фух, ну пока что на этом все. Спасибо за то, что вы посмотрели мой видеоролик, за то, что поддержали, возможно, лайком. И, в принципе, все. До скорых встреч. Ваш Неломоб. Пока-пока.